Могу сказать так, когда я пришел домой, вот второй раз домой, и сестра взяла с меня гимнастерку, решила постирать. Она была пропитана солью вся, прямо на ней соль выступала. Это говорит о том, что это давалось потом, и все это вот, это первое. Значит, самое бытовое, это надо, чтобы поесть было. Но вот особенно, когда мы на передовой, когда бои идут, то вот, вот только в 4-5 утра поешь, а потом уже не получается. И кухня не может подойти, потому что их стреляют. А что бы вы вот хотели пожелать нынешней современной молодежи? Молодежи? Ну, чтобы у них как-то чувство патриотизма было. Вот в чем дело. Я же знаю, что многие уклоняются от армии, не хотят служить. А если служат, патриотизм. Вот это чувство патриотизма как-то утеряно. Вот в чем дело. Мне хотелось, чтобы оно возродилось. Вот единственное вот такое пожелание. Вот так.